Хотите ли вы первоклассник? Какие умные, красивые, рядные, высокие, большие, нет, не заурядные. Мы с вами учились, перед вами уже финиш. Смена ваша подошла, так что здравствуйте, друзья! Посмотрите на нас повнимательней, вот такими вы сами были. И потели тащили старательно, и от тяжести это не ныли. Мы относимся к вам уважительно. Вы такие большие и страшные, чувство гордости так восхитительно. Ведь товарищи вы наши старшие. Снизу вверх вы на вас не насмотрите. Поднимите же кто-нибудь на руки. Посмотрите, как мы с вами смотримся. Там и деточка с папой, мамой. Вам понравилось? Видим, понравилось. Только, может быть, хватит смеяться. Ставьте на ноги, только помяли нас. Будем с вами сейчас мы прощаться. Отряд! Равнясь! Смирно! На сцену шагом марш! Дожди и на дожди, теперь мы первоклассники и смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины старшие годики. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. Два. Равнение на выпускников. Губки, бровки опустить. Зачем явились доложить? А вот и мы! Вы нас не ждали! А мы вот взяли и пришли. Мы пришли сюда для дела, очень важного для всех. Речь сказать со сцены смело и иметь у вас успех. Всю неделю мы не ели, телевизор не смотрели, не играли, не гуляли, речь прощальную писали. Написали? Как могли! Читайте ж, не тяните! От самой юной нашей смены, от всех, кому немного лет, выпускникам любимой школы. Наш маминый большой привет! Вот скажите мне, чем мы отличаемся от выпускников? Мы умные! Да! Красивые! Да! Нарядные! Да! И высокие, и большие, и незаурядные! И ЦТ уже скоро будем с первого класса сдавать. В чем разница? Я знаю, в чем разница. В портфелях наших. У первоклашек русский, математика, надежные друзья. Тетради, карандаши и ручки тоже с нами неразлучны. В портфелях у ребят разве книжки не лежат? Не лежат тетради, ручки. Да, у них другие штучки. А в портфелях выпускниц? Что? То, что идешь ты для ресниц. Для укладки и прически есть массажная расческа. И чтоб стать привлекательной, зеркальце есть обязательно. И, конечно, есть помадка. И всего одна тетрадка. Вот в чем разница, понятно? А если серьезно, у вас впереди большие испытания. Ну все у вас получится, плохое позабудется. Желаем вам удачи, терпения в придаче, экзамены всем сдать, 100 баллов получать. Будут прямыми все ваши дороги. Всегда вспоминайте свой первый урок, и школьных друзей, и своих педагогов. И этот последний звонок! Школьный денечек, от души мы дарим вам сувенирный звоночек. Помним 1
сентября, когда вы завели нас в школу и отправили в удивительную страну знаний. Мы хотим, чтобы дружба наша не кончалась. И сегодня мы вручаем вам приглашение на наш выпускной вечер, который состоится через 10 лет в 2027 году.